оговорки по Фрейду, да, скажем, Аксенова, где последний раз он сказал, что кому не нравится российский Крым, пусть выезжает. Да? То есть Аксенов сам, он молдавских кровей, да, как бы. И поэтому, соответственно, кто бы мог бы говорить о, скажем, о том, что имею право, либо не имею права, любой, как бы, да, там есть как бы потомственные русские и украинцы, которые в нескольких поколениях живут в Крыму, да, то есть еще как бы из их уст куда бы ни шло, да, подобное слышат, а не о нем, да, тем более с учетом его пестрого прошлого в 90-х, да, когда фактически он был представителем одной из ОПГ, да, то есть вот, но это красноречиво показывает вообще, что, как говорится, хотят, да, то есть какую позицию, политику транслируют, да, то есть кто не согласен с Россией, с российским как бы вот порядком и так далее, пусть выезжает, да, то есть подобная практика, да, почему я говорю, что ко всему крымско-татарскому, потому что для России крымские татары всегда олицетворяли исламский фактор, да, то есть, да, после там свирепствующего атеизма коммунистического, много исламского мы утеряли, да, мы сейчас возвращаемся, скажем, при Украине, и даже сейчас при России эти процессы усилились, да, на фоне внешней угрозы, исламизация, да, как бы проходит, да, и эта ненависть, эта неприязнь, да, связана с тем, что крымские татары не подчиняются, да, не подчиняются, да, и Россия хочет от них полной лояльности, на которую крымские татары никогда не пойдут, да, и поэтому этот вопрос стоит, что проблемой является не отдельные личности в крымско-татарском народе, а весь крымско-татарский народ. Вот просто представьте себе такую ситуацию, последний приезд Путина в Крым и встреча с общественниками, где выходит как бы один из представителей в кавычках крымских татар и говорит: нам дайте лопату, мы любим работать. Вот так он разговаривает. Вот никто из пророссийских организаций это не озвучивал. Да? Этот человек почему так озвучивает? Потому что он понимает, либо ему как бы сам понимает от страха, либо его заставили так сказать, что надо именно вот так вот выразиться для того, чтобы вот таких крымских татар хочет Россия, чтобы вы понимали, да, чтобы они приходили и говорили: нам дайте лопату, мы все довольны, да, и так далее. Оказывается, строится мечеть, строятся детские садики и так далее. Сегодня, да, вот с арестом этих 23, где 55 детей в семьях этих 23 человек арестованных, уже 166, если не ошибаюсь, детей арестовано в целом, из числа крымских татар только. Я говорю, зачем нам нужны мечети и садики, когда в семьях не будет кормильцев, не будет отца и так далее. Да что толку от мечети, либо от садика, если семья является, ну, скажем, ущербной, да, в этом смысле, что дети запуганы, да, то есть, потому что они же не приходят, они же знают прекрасно, что Хизбут-Тахрир — нет оружия, ничего. Да, это они прекрасно знают. Они знают это из прослушки, из каких-то других моментов, да, как бы изучая нашу деятельность. Нет, они приходят, выламывают, пугают, то есть специально пытаются вселить страх.